Здравствуйте, уважаемые телезрители канала Десна ТВ, в эфире передача «День за днем». С вами в студии Алина Сазонтова. Итак, коротко о том, что сегодня в выпуске. Последние звонки в школах. Обстановка в городе Десногорске и в истекшем 2017 году и за 4 месяца текущего года действительно достаточно стабильная, спокойная. Начальник полиции Смоленской области пообщался с десногорцами. Мы очень любим играть с друзьями в футбол. Когда сломали ворота, мы очень расстроились. Шефы всегда придут на помощь. Хочется очень поблагодарить первичную профсоюзную организацию и атомную электростанцию за то, что всегда поддерживали и помогали нам. Бал выпускников в нейтрино. А сейчас об этих и других событиях подробнее. 24 мая во всех школах Десногорска прозвенел последний звонок. Этот праздник, пожалуй, самый долгожданный для выпускников 9 и 11 классов. В этот день ребята прощаются с беззаботным детством и веселыми школьными днями, вступая во взрослую жизнь. Как прошли праздничные линейки в нашем городе, смотрите в репортаже. Чтобы последний звонок запомнился ребятам, родителям и педагогам, на всю жизнь старались все. Актовые залы школ были украшены шарами, лентами и плакатами. Нарядные и встревоженные выпускники, задумчивые родители, мудрые учителя. Мои самые лучшие. Я вам желаю, чтобы вы никогда не забывали нашу школу, чтобы вы держали те чувства, которые мы в вас вложили у себя в душах, согревали их и несли по праву имя первой школы, имя ваших родителей. Никогда не забывали, что необходимо быть не только успешным человеком, но и человеком, который принесет в мир добро. В каждой школе были почетные гости, которые поздравляли выпускников и говорили им добрые слова напутствия. Примите теплое и душевное поздравление с последним звонком. Это большой праздник, который навсегда останется в памяти человека. Пусть этот день будет наполнен букетами цветов, счастливыми улыбками, искренними и добрыми пожеланиями. Поздравляю вас с окончанием учебы. У нас много выпускников, это здорово, это значит, есть перспектива у города, есть перспектива у наших предприятий, и мы, как руководители, радуемся вот этому, что у нас вот так вот есть такие хорошие начинания и продолжения. Наступает новый и менее важный, более ответственный, более сложный. Позвольте пожелать вам удачи. И главное, чтобы эта удача, которая вам сопутствует, вас не расслабляла, а всегда мобилизовала и мотивировала на решение более сложных задач, которые будут стоять перед вами. Выпускники также благодарили за терпение, труд своих учителей и родителей, которые им помогали и направляли на протяжении всех учебных лет. Дорогие классные руководители! И сегодня, в этот праздничный день, все мы дружно и искренне просим прощения. И от всей души благодарим вас за неповторимые уроки, доброту и понимание. Мы любим вас и сохраним самые светлые воспоминания о школе и ваших уроках на всю жизнь. По традиции выпускники дарят всем собравшимся в зале песню или вальс, символизирующий переход от детской жизни во взрослую. И вот самый волнительный момент. Одиннадцатиклассник проносит на плече первоклассницу с колокольчиком, звон которого возвещает об окончании учебного года. Вот и отзвенел последний звонок. После торжественных мероприятий по традиции выпускники всех десногорских школ встретились на площади у открытой городской эстрады, чтобы пофотографироваться вместе на память. Мы не удержались и спросили у них о планах на будущее. Быть хорошим человеком, идти верным путем, добиваться успеха. Осознание того, что все закончилось, еще не пришло. Мы еще не понимаем, что это конец, скоро экзамены, и, в принципе, не думаешь о том, что будет дальше.
Ну, а планы есть уже, куда поступать? Ну, я лично, я хочу смотреть по своим баллам ЕГЭ, потому что это многое решает, и как бы сейчас баллы подняли, поэтому это все, ну, интересно. Предпочтение будет технические? Да, я учусь в физико-математическом классе, и я буду сдавать физику. Последний звонок уже прозвенел. Сейчас ближайшая цель, конечно же, результативно сдать экзамены. У меня 4 экзамена, конечно, будет сложно. С историей надо будет постараться. Вот. А дальше уже поступить в вуз, который планировал. Впереди у ребят выпускные экзамены. У каждого сегодняшнего выпускника волнение и стремление определиться с дальнейшим жизненным ориентиром. Ну и, конечно же, всегда помнить свою школу. С 28 мая по 3 июня на территории города Десногорск пройдет профилактическое мероприятие «Внимание, дети!». Оно направлено с целью предотвратить дорожно-транспортное происшествие с участием детей. 23 мая в Центре культуры и молодежной политики состоялся сход граждан. В мероприятии приняли участие представители УМВД области, руководство и личный состав полиции Десногорска, а также представители общественных организаций города и активные граждане. У десногорцев была возможность задать свои вопросы начальнику полиции по Смоленской области Василию Салютину и озвучить самые актуальные и наболевшие проблемы. Начальник ОМВД России по городу Десногорску, подполковник полиции Юрий Гришин, отчитался перед населением о работе полиции за прошлый год и 4 месяца текущего года. Он отметил, что благодаря принимаемым мерам в городе наблюдается снижение числа совершаемых преступлений. Меньше зарегистрировано фактов причинения тяжкого вреда здоровью, недопущено совершение убийств, разбойных нападений, изнасилований. А общая раскрываемость преступлений остается выше, чем в среднем по области. Одной из актуальных проблем является мошенничество. Юрий Гришин отметил, что полиция проводит профилактическую работу среди десногорцев. Заслушав отчет, генерал-майор полиции Василий Салютин отметил о необходимости повысить активность в борьбе с экономическими преступлениями и выявлению фактов незаконного оборота наркотиков. У жителей Десногорска были вопросы к работе ГИБДД. Граждане просили принять меры к дрифтерам, которые в ночное время гоняют на высокой скорости по улицам, создавая аварийные ситуации. Василий Салютин поручил госавтоинспекции усилить работу в этом направлении. Также десногорцы жаловались на соседей, курящих в подъездах. На все поступившие вопросы даны исчерпывающие ответы и подведен итог. Прежде всего, справедливо надо сказать, что обстановка в городе Десногорске и в истекшем 2017 году и за 4 месяца текущего года действительно достаточно стабильная, спокойная, и таких, скажем так, сильных проблем в целом для области город как муниципальное образование вообще-то не представляет. По окончании схода начальник регионального УМВД провел личный прием граждан. Итоги работы важнейших отраслей сельского хозяйства за 2017 год обсудил Комитет Смоленской областной думы по вопросам агропромышленного комплекса. Сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность остаются приоритетными направлениями развития региона. В аграрный сектор экономики за год было направлено более 700 миллионов рублей бюджетных средств. В 2017 году аграрный комплекс Смоленской области произвел валовой продукции на 25 миллиардов рублей. Практически каждое предприятие или организация Десногорска несет шефство над образовательными учреждениями. Самой первой школе помогает решать проблемы руководство цеха обеспечивающих систем Смоленской АЭС в лице Михаила Дурманова. В чем в этот раз помогли школе-шефы, вы узнаете из нашего сюжета. Территория первой школы славится своей гостеприимностью. Это излюбленное место отдыха детей после трудного учебного дня. Здесь можно позаниматься спортом и погонять с друзьями в футбол на оборудованной площадке. Но, к сожалению, дети есть дети. Кто-то приходит поиграть, а кто-то хулиганить. Ворота для мини-футбола были разломаны, и играть на площадке стало небезопасно. Мы очень любим играть с друзьями в футбол. Когда сломали ворота, мы очень расстроились. Руководство школы обратилось за помощью к своему другу Михаилу Дурманову, который отозвался на просьбу. Ворота на футбольной площадке были отремонтированы. А увидев, в каком состоянии находятся калитки для входа во двор учреждения, он их заменил и установил новые, отвечающие всем правилам безопасности. Наша школа давно уже построена, существует, и поэтому, конечно, проблем много. Мы постоянно обращаемся к шефам, и без шефов, наверное, существование нашей школы было бы невозможно, потому что у нас постоянно что-то выходит из строя. Мы очень благодарны руководителю ЦОС Михаилу Валентиновичу Дурманову, потому что он всегда реагирует на наши просьбы и приходит нам на помощь.
В этом году также первой школе большую помощь оказало и руководство общества с ограниченной ответственностью «Полимер». Александр Кмита помог школе приобрести и установить на все компьютеры антивирусную лицензионную программу. 24 мая – День славянской письменности и культуры. В 863 году выдающиеся просветители Кирилл и Мефодий создали славянскую азбуку, приобщили наших предков к мировой цивилизации и культуре. Этот день, посвященный их памяти, почитается во всем славянском мире и является значительным событием в духовной жизни. А сейчас о культурной жизни нашего города. 19 мая в Нейтрино прошел бал выпускников творческих мастерских сектора культурно-досуговой и спортивной работы профсоюза Смоленской АЭС. Это яркое вокально-хореографическое торжество с долей грусти от расставания. Все, что происходило в этот вечер, было великолепным событием. Вновь и вновь зрители аплодировали мастерству талантливых мальчишек и девчонок. Огромный заряд положительных эмоций подарили их выступления. Звучали со сцены и благодарности руководителям, мастерам танцевального и вокального дела: Эльвире Арсеновой, Татьяне Максимовой, Виталию Михайлову, Ане Скорой, Олесе Ливанковой, Алле Коробейниковой и Александру Хазикову. Май такая тяжелая вот. Минут наступает, когда мы прощаемся. 10 лет, тут даже больше, наверное, ходили к нам в кружки. И у вас были великолепные преподаватели, которые заботились о вас, няньки. Ну, а в целом хочу пожелать удачи, удачи на выпускных экзаменах и удачи в жизни. Памятные подарки и свидетельства об окончании обучения были вручены 23 выпускникам, участникам коллективов «Жаворонок», «Кураж», «Шанс». Самыми богатыми на выпускников оказались «Веселинка» и «Радуга». Хочется очень поблагодарить первичную профсоюзную организацию и атомную электростанцию за то, что всегда поддерживали и помогали нам. Хочется пожелать крепкого здоровья, дальнейшего процветания и чтобы вас радовали наши малыши каждого коллектива. Уходя, артисты оставляют здесь частицу себя, а с собой забирают веру в собственные силы, желание активно жить и узнавать много нового. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими событиями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала desna.defis.tv.ru. Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для новостей. Спасибо за внимание. До свидания.